Друзья, город Хабаровск, 10 октября 2020 год. Нахожусь в городе Хабаровске. Действия, которые только что происходили здесь, но не только что, буквально пару часов назад. Можете наблюдать ленту, которой пытались оцепить площадь. Был разгон ОМОНа, вследствие которого двое людей находятся сейчас во второй краевой больнице города Хабаровска, нейрохирургии. Это Галина и Андрей. Галина в сознании, Андрей тоже в сознании, но у Галины какой-то металл попал в голову. Ее сейчас привезли в другую больницу, к Лору, для того, чтобы ее осмотреть, достать там, не знаю. И Андрей сейчас в очень плохом состоянии, привезут сюда же. У людей настроение максимально спокойное. Сейчас думают, осмысливают, что здесь вообще произошло и как на это реагировать. Как можете видеть, также находится бригада скорой помощи. То, что туда обращалась, давление сбивали. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что будет без агрессии.